Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Это мой аквариум-карантинник. Я его не стала сливать. Здесь остались растения. Думаю, может быть, пригодится для чего-нибудь. Включаю свет, чтобы растения росли. Вот так вот растения выделяют кислород под воздействием электрического света. Всем нам известный процесс фотосинтеза. На свету идет поглощение углекислого газа и выделение кислорода. Интересно, как ровненько-ровненько капельки эти, пузырьки кислорода поднимаются вверх. Меня всегда завораживает этот процесс. Жаль, здесь у меня фона нет. Зеркалит. Но все равно видно неплохо. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.